Алло. Да. Ну что, Андрей Владимирович, как дела? Смотрите телевизор. А? Смотрите телевизор. А ты голосовал за них? А вы смотрите телевизор сейчас. А что там будет? В отставочку? Включите парламент, да. А ты мне сказал, Петрович, что ты голосовал за нефть. Смотрите за сейчас канал Рада. Андрю, ну я буду смотреть, я просто хотел спросить, ты знаешь, что ты проголосовал за нефть? За какую нефть, я говорю? За включение в порядок денный. Да. Ну ты проголосовал? Конечно. А чего? А ты вчера говорил, что как ты можешь это делать? А я сказал, что я не буду голосовать, если не будет внесено поправки, не будет исключен налог во втором чтении. Я против этого закона за принятие... А ты знаешь, что вы с Курченко вместе голосовали? Андрю, это вопрос к президенту. Смотри, передай своему пидорасу кролику. Я его заебу, блядь, и только ему, сука, посвящу. Даже больше заниматься буду им, чем Пинчуком. Я расскажу, сколько денег он получал на выборы, блядь, от нас. На Майдан, на всю хуйню. И чем он занимался? Пусть держит, сука, сраку теперь, блядь, завязанная, блядь. Понял или нет? Угу. Он в хуёвые игры начали играть. А за это, за спиртзавод подготовь тогда, я хочу с тобой разойтись нахуй, чтобы ушли нахуй, блядь, со своим армяном и с тобой вместе. Да, говорили? Давай, чтобы не оказаться в английском суде, блядь, только. Давай, назначь время, место, блядь, чтобы мы сели, блядь, разобрались и разошлись. Я вас нахуй знать не хочу. Ты слышишь, я говорю? Да, слышу. Вот Петрович рядом стоит, это наше общее мнение. Когда будем встречаться и разговаривать? Я наберу. Ну, мне не делай только так, чтобы потом за тобой гоняться надо было. Пока.